Но в Ишиме праздничная колонна прошла по главной улице города Карла Маркса. На центральной площади участников торжества ждал концерт. Всего в праздновании Дня Победы приняло участие 12 тысяч человек. Почти половина из них вошла в состав бессмертного полка. Это мой отец, который прошел всю войну, был в плену, несколько раз бежал из плена. И мой дед, который был... Он принимал трудовой фронт, он был председателем горосполкома с 41 по 43 год. Является почетным гражданином города Ишима номер один. Получается, вот мэр города был в тяжелые военные годы. День Победы – это особый праздник.